Ну и, наконец, вот эта посылочка. Я уж не стал сразу мелочиться, плюс вы мне помогли. Спасибо вам, топ-донатеры, за то, что я сразу заказал и Raspberry Pi. Я уже не удержался и открыл это все дело на почте. Все пришло в отличном состоянии. Немножко коробку помяли, но не страшно, не страшно. Даже вот какой-то сюрприз сделали. Я не знаю, для чего это, наверное, на лоб приклеить можно. Вот, это Welcome to my shop. Да, это официальный дистрибьютор в Китае. То есть они официально их производят. Это не какая-то подделка, это не клон как Orange, это настоящая Raspberry. Плюс я заказал RC модель. Точнее, не модель B, они все одинаковые, модель B. Имеется в виду RC производство. Есть два завода, короче. На одном заводе одни Raspberry делают, на другом заводе точно такие же Raspberry делают, но на конвейерной линии от Sony. То есть его производит завод Sony в Великобритании, который переквалифицировался с завода по производству телевизоров, он был раньше. У них не было заказов, и они сделали контракт, согласились, и, в общем, они производят сейчас Raspberry Pi. Разницы в них никакой почти нет в этих платах. Только что здесь вот в Sony-ском вот эти пипки, они все пятачки залиты оловом. И все, да, скажете вы. Ну, практически, да. Немножко цвет платы отличается. Но и чем я Sony верю? Потому что она надежна всегда. Пайка у них, ну, здесь даже можно посмотреть. Конечно, и у Orange была хорошая пайка, но здесь все очень четко и красиво. Модель B, версия 1.2 2015 года. Разработка. Тут выход. Ну, это тоже фаршированная модель. Сами знаете, кто увлекается. Кто не увлекается, вкратце расскажу, что здесь есть все. Bluetooth, Wi-Fi, HDMI. Выход на телевизор старого типа, самое главное для меня. Есть LAN-порт. То есть обычный интернет. 4 USB сразу же. Полная гребенка GPIO, вот это, который может, к ней можно подключать, как говорил уже, кнопочки, всякие кнопки, исполняющие устройства и прочее-прочее. Датчики, сенсоры и так далее. Мини-USB, микрокарточка SD. Ну, на самом деле, здесь памяти только встроено нету, как в Orange Pi. Orange Pi 8 гигов уже идет, а тут нужно будет именно микро SD-карту ставить. Тут у меня микросхемы, думаю, что это такое. Да, это полный комплект я заказывал. Тут идет радиаторы вот такие, оригинальные. Один медный, кстати, тяжелый, чувствуется. Один маленький, другой, вообще плоский, такой, типа золотой. Это все вот на 1, 2, 3, 4 чипа красноклеиваются. Самое главное, чип вот этот, Broadcom. Broadcom, его надо охлаждать. Это центральный процессор, он важный, самая деталь в ней. Еще в комплекте шел корпус, кейс. С вентилятором сразу заказал. Все это вместе, вот можете посмотреть, сколько стоит. Не так дорого, я считаю, за полноценный ПК. Именно я вот так рассматриваю, потому что тут есть что-то около 7 операционных систем разных, какие хочешь. Самое главное, Linux есть. И все это можно поставить и играть, использовать его как ПК, как эмулятор, как все что угодно. Я буду использовать именно как ПК, чтобы сидеть в интернете. Тут гиг памяти оперативной, ну, не так уж и много, но для интернета более чем достаточно и для работы. 4 ядра, естественно. Они все по 4 сейчас идут, это минимум. И есть даже встроенное видеоядро. Поэтому игрушки тоже будет тянуть. Не самые, конечно, крутые, но Half-Life, например, первую потянет точно. А может быть и вторую, если ее портируют. Вот такая вот вещь. Это я просто вкратце рассказываю. Буду все подробно изучать. Вместе с вами тоже. Подсказывайте, пишите, какие проекты на них есть. Так, сразу сейчас корпус поставим. Да, вот так она снимается. А там все уже панику развели, когда заказывали. Почему она матовая? Она не матовая. Это корпус полностью прозрачный. Оргстекло. Причем довольно толстое. Такие штуки. Это, наверное, специально они оставляют, чтобы пользователи, любители сдирать вот такие вещи, были просто в кайфе от этого. О! Смотри, какая прозрачная. Вообще, как будто ее нету даже на камеру. Вот такой корпус. Теперь надо его собрать. Сразу наклеим радиаторы. Так, один готов. Самый главный радиатор. Так, и мелкий вот сюда еще. Воздух будет отсюда сюда идти, значит, вот так его поставим. Все. Как тут и были. Ну, они, в принципе, для него и создавались. Так, следующий корпус. Специальные болтики есть.
Угу. Чётенько. А, он самозащёлкивающийся. Вот так вот, очевидно, она ставится. Потому что здесь разъем как раз сюда. А тут сюда. Так, теперь вентилятор. Так, вентилятор должен быть на выдув. Это логично. Как во всех таких системах. Значит, вот так вот. Да, и название здесь, и надпись PyFan сверху. Так, нужно всегда высасывать горячий воздух из всей системы. Питание подключается вот так, как я видел на картинке. Вот этот предпоследний. Во. Ну, не сказать, что прям тихо. Но не особо слышно. Пока новый, по крайней мере. Все, вот так она работает. Прикольно, да? Ладно, с вами был Макс Пауэр. Следующее видео будем ее настраивать, ставить Raspbian OS. Может быть, Linux. Я не знаю. Посмотрим. Так что подписывайтесь, ставьте лайк, кому понравилось. Берите свои вещи с AliExpress. В этом нет ничего сложного. И все нормально приходит. Даже, ну, конечно, подождать иногда приходится по несколько недель, но это ничего страшного. Все в целостности и сохранности. Ну, вещь прекрасная. Красивая. Ой, ладно, всем пока. С вами был Макс Пауэр. Чао. Куда ее приделать?